Зайдешь? Посмотрим. Да. Ну, три филда точно сяду. Ну, попробую до кафе дотянуть. Непонятно, как шасси выпускать. Винт не вращается. Ручное, а нет? У меня аварийные есть, но они не выпускаются. Аварийно. Вот если винт стоит, почему-то здесь бах такой, что выпустить их невозможно. Ну, по крайней мере, не выпускалось до этого. Рассчитываю кафе с прямой курс 1.2.0. Шасси выпустил. Туда. Наблюдаю. Ну, Саша, наблюдаешь подсвеченную цель? В ряд стоят статики, самолетики Бленхейма.
уничтожена. В общем, мы туда метаем. Мечем. Прямо по курсу истребителя наша высота. Тройка. Наблюдаю. 110-е. 110-е наши. 110-е. Прием. Что, я опускаю нос? Или она в атаку? Что, рано? Ну, давай, делаешь сугубо добровольно, кто как умеет. Да. Я вот не знаю, тут надо попасть по самолетам или нет. Или просто по филду. Брос. Посмотрим, попал, не попал. Он бросался. Брос был на 2000. Набрал 3. Одна попала. И одна попала только. Нет, 2. 3. У меня все попали. 46%. Хорошо. Должен, да, сервер писать. Иду по направлению к Мэнстону. Ну, Хокинж, да? Через Хокинж. Давай вдоль берега на Хокинж. Вдоль берега. Высоту подскажи, Костя. 4. Делаю 4. Змейку. Да, делаю змейку, вижу кого-то на 4. Или это разрывы. Делаю змейку. Походу. Да, в сторону моря сделай только. Так, я Мусаши не вижу. Костя, у тебя прямо по курсу на твоей высоте 3 контакта. Сейчас они слева от тебя от курса 0-3-0. Наблюдаю. Наш, моя высота, да? Да. Выше 200. Сзади идешь, я вижу. Да, доверни, 0-3-0. 0-3-0. Пока не вижу. Дорисовались. Ну ты видишь, главное. Я пока вижу, что ты идешь курсом либо 90, либо 60. Доворачиваю 0-3-0. Вот. Ну, Саша, ты нас видишь? Мы. Корректирую курс 0.15. Вижу никого.
наверное, это... С 0.15 набирай 4. 4.500. Отставить курс 3.60, высота 4.500. Тебя вижу, у Саши не вижу. Контактов не вижу. Вот, нарисовались три контакта. Мусаш, 3.60, набор 4.500. Возможно, 110-ки довернули. Так быстро? Ну да, а может и нет. Могу понять, уходят? Уходят, уходят. Муса Шина, Кентербери, по карте сориентируйся. Крупные какие? Могу идентифицировать далеко. Десятки. Идентифицировал. Ну. Ты два килем видишь? Да. Один подбит, что ли, ушел в сторону. Ну, Саша, 4.5 до ворот на Мэнстон. Костя, вправо доворачивай. Ну, зачем ты не идешь? Ага. Так, ну, Саша, наблюдаю. Так, отставить это не Мусаши, это разрыв был. Дальше высота. Принял. А, Костя, доверни лево 30. Лево 30, понятно. Наблюдаю.
близко. Ты за ним пошел? Минуту. По файтеру. Ну, хорошо. Тебя 6, ну, Саш, лучше уйди сейчас. Плотно. Уйди вверх. Беру этого белохвостого. Промазал. Этаж 6. Кросси за тобой. Кто за мной? Нет, за тобой, за Саша прошел. Да, свои были. Ты вниз пошел, Костя? Нет, ты там у Саши вниз пошел. Я вот вижу хуря сейчас, хуря брат. Война? Хитро пробрасывают. Угу. Давай, сейчас он вывесится. Отставить курс 360. О! Совсем другое дело. Добиваем? Ну уж, молиться на него точно не будем. Работа. Давай. Пилоту, Йог. Я вижу. Принял. Ну, Саша, ты там живой? Саша не вижу. Кто? Кто посмел? Б6, атака. Вот. Блядь. Пока тебя наш... Пропустил, однако. Да я смотрел в другую сторону. Я тебя искал, Серега. Я не нашел тебя. Извините. Ты пробить критично, понимаю. Нет? Все, я у него на 6 взял. Тебя оставил. Давай отходить. Закрыл радиатор. Я думаю, мы его замучаем сейчас. Да, о чем речь, конечно. Чтобы вот эта всякая белохвостая сволочь меня убивала тут. Можно 110-ки довернули. Тут неинтересно, как он без руля высоты будет выходить из пикирования. Да. А может и нет. А нет, вроде на месте высота, ну, у него. Вышел, да? А так я его не наблюдаю. Ты нолями. Пилот Ноумо. Кость, ты его видишь, нет? Да, падает. Цепи ложились. Да, понял. Так, теперь тебя найти. Понял, выходи. На солнце иду. На солнце, давай, на солнце. Высота 200 у меня. 1000. Понял. Так, Костя, нет. 120 курс. Я туда 50. Не пойду. Значит, смотри, наблюдаю группу хурей. 6 штук. Высота 100 метров. Двигаются курсом. Сейчас уточню. Приблизительно 90. Курсом 90.
На побережье сейчас, да? Да, они сейчас выходят на побережье. Сию, высота 200 у них. Собственно, у меня тоже. Так, только наблюдаю. По ним зены херачат. По ним? Наблюдаю. По ним или по нам? Это не хури, это большие. Это очень похоже на веллингтоны. Проходят дил побережье. Да, ты их наблюдаешь, да? Да, и тебя, наверное, ты хорошо, да, я их преследую. Я буду стрелять с дальней дистанции, вне зоны их огня. Подровнять скорости надо. Ну, Саша, не спеши, без нас не улетай. Сейчас нас убьют, да? Есть такая команда хитрая. Даже если у тебя штраф, ты можешь вылететь заново. Так, Костя, и смотри, с одного часа этой же высотой еще один контакт. Да, похоже, то ли велики, то ли бляхи. Велики-велики. Велики-велики. Сейчас я попробую встречным курсом разойтись. А, так это ты там, что ли? Ну, давай. Да. Только меня не врежь. Да-да. Ты как, слева, справа, по ком работаешь? Как скажешь, обанкуй. Я по правой группе. Чуть всадил, но это ж... Так, встречным не получилось. Да. Доворачивают они на курс 1.8.0. Не тот встречный. Да. Вот впереди низко вижу контакт прямо у них по курсу. Нолями кто-то пхнет, видишь? Угу. Да, я его говорил. Проверим. Это нет смысла их атаковать сейчас, как ты считаешь? Почему? Я пойду проверю тогда этого. Ну давай. А они тут круги 110... нарезают у себя. Это 110-й. Битый 110-й, похоже, на отходе. Так что, этих, да? Поджираем. Ну, сейчас попробую, как у меня пристреляно оружие. Дистанция до них 600. Ага, по тебе веду стрельбу, вижу со всех стволов. Увлекаю. Да, понятно. Но я пока сблизиться не могу хорошо. Скорость уравнял. У них примерно 300. Одни пулеметы остались. Я тоже почти пушек нет. Не шибко они боятся, конечно. Попали, да. Боятся. Наземная артиллерия у нас. Отходим? Отходим, БК вышло. Саши, опускайся, жди нас, мы сейчас вернемся.
Не наблюдаю тебя. За тобой ниже 500. Наблюдаю. Ну, один падает. Ну, во всяком случае, снижается. Даже два. Нет, один. Присядем или на френч? Давай на кофе. Получится. Я так понял, там на аэродром просто сбрасываешь на полосу, не обязательно эти Бленхеймы мочить. А я тоже у них старался. Может. Не смешно, кстати. Выставил задержку заведения. Добреюще. Ну, швырялись мы все равно больше тысяч. Ну, кинь под себя, сейчас глянем. Отнести туда, что это посерьезней метнуть. Вообще, конечно, 250-ки лучше. Давайте 250-ки зацепим в самом деле. Можешь попробовать с бреющего на кабрирование. Не входя в зону зениток. Контакта стоит. Черненькие. Костя, у тебя на полосу посадка будет? Нет, я плюхнусь так. То есть прямой?
Да. Ты на полосу хочешь садить? Да я не сторонник с прямой посадки, просто она такая долгая получается, пока скорость сбросишь. Хорошо, на полосу. Ну, смотри. На полосу сяду. А, да, ну да, я понял. Полосу освобождать? Освобождаю влево. Влево. У тебя на снижение какая скорость была? 250. Ты полосу прокатился, в смысле, мне давал место сесть? Да. Понятно. Ты же давно шел? Ну да. И большая была, да? Не ездит. Нажмевай эскейп. В управлении. Сейчас тоже зайду. Вооружение там, где выбирай. А, отставить управление, господи. Виноват. Сейчас. Самолет, снаряжение. Вариант, вкладка. Да, подожди, давай по порядку. Варианты вооружения у тебя вкладка сейчас, да? Посередине бомбодержатель. Ну, понятно, да, третий. Два одинаковых, не знаю, с чем связано. Да, у меня тоже два бомбодержателя. Теперь дальше. Значит, 4 СЦ-50, ну вернее просто СЦ-50 у тебя на бомбодержателе, правильно? Теперь попробуй его сохранить как какой-нибудь, ну что, типа 4 СЦ-50. Это справа вариант вооружения. Угу. Так, теперь вверху вкладки взрывателя бомбы. Значит, 1/2 авиабомба СЦ-50 посередине должно быть для бреющего полета. Задержка взведения 0. Следующая бомба. СЦ-250 тоже для бреющего полета. Взведение 0. И тоже сохраняй как исходный. Ну и все, и будут срываться.
применить и погнали. Костя, я предлагаю 250-ки да. взять. Я швыряю 250 с кабрирования. Прицепил 250. Ну и хорошо. Ну, сейчас проверю. Кого-то висят полтинники. 80 черные полтинники висят. Там же бомбодержатель 250-ка выбери. Ну, конечно, у тебя 450-ки это 200 килограмм. На 250 надо. Ну и тоже сохрани его как одна по 250, например. Ну ты бомбодержатель. А ты создал систему? Да, нормально висит. Большая. Запустился, готов взлетать. Взлетать, я полгода еще буду тут. А ты что там? Выкинула с игры. Ну подождем. Пытаюсь вспомнить, как она там называется. Да. Не ждешь 5 минут штрафа. Будешь командой, вылетаешь заново. Override. О. Как правильно писать, я не знаю. Команда. Override. Ты будешь сбрасывать? Давай. И я посмотрю. 7, 8, 9, да подожди, 10, 11. Сейчас, похоже, и мне придется писать команду override. Не, она может с нуля и не сработать. Да не, должна. Обязана. А ты бы заводил, Вань? Лампочка загорелась. Давай. А может взлети, метни? Бывает. Парти. Подождем у Саши, да? Тест проведет. Ты по нам будешь летать? Да, не по селу, там где-то по домику, по селу.
две еще, блядь, это пофиг. Ну, где-нибудь за нами швырни, чтобы мы тоже видели. Хера. Я, наверное, знаю, в чем причина. А у нас F2 лейты, у тебя простой. Да ладно. Ань, ну давай быстренько садись. Вылетим еще разочек, а то Фэд сейчас спать поедет. Ты что, врезался, что ли? Да. Overwrite или override, там как, не знаю. Это тебе не атах. Надо было хотя бы с парашюта прыгнуть. 2R. Ну чё, дало? Дело в том, что после замены самолета придется настраивать бомбы по новой. Нет, да он на этом будет. По новой. Ты появился, дали тебе? Конечно, полетели. Погнали сюда. Да. Я готов, но Саша не наблюдает. Он с полтинниками стоит, вот, первый. Между нами, что ли? Да, серенький, я побежал. Давай. Не заморачивался со скином. Уже, кстати, взял этого позднего. У Саши взлетай. Отрыв. Тамагавки появились. Что, догоняйте? Надул 1.2 поставь. Да.
Не, мы сожгли на полном. Полный 1-3. Да? 2. Мусаш, а технологию сброса стамплирования помнишь? Наводишься на цель, снижаешься до бреющего на расчетной дистанции, ну так, чисто интуитивно. Переводишь в набор при угле 30-40 градусов, сбрасываешь бомбу и тут же выполняешь отворот, ну, предпочтительнее влево и обратно со снижением, не входя в зону зенитного огня. Цели типа аэродром попасть можно, во всяком случае. Следующая степень малости. Только нажми 4 раза, у тебя полтинники. Ну, предыдущие не взрывались, эти, может, почему-то думал, что уничтожаешь этих Бленхеймов на стоянке, и филд закрывается.